В этом году исполняется 130 лет одному из самых величественных и красивых сооружений Атырау – Успенскому собору. В рамках празднования юбилея 28 августа в храме состоится богослужение. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил настоятель Успенского собора протоиерей Александр. Праздничная служба начнется в 8:30 утра. Специально к празднованию в Атырау прибыл архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний, который примет участие в праздничном богослужении. Стоит отметить, что собор был построен в 1888 году гуревским купцом-рыбопромышленником Федотом Тудаковым. В канун юбилея в этом году прошла реконструкция собора. С помощью спонсоров были обновлены кровли и фасад храма. Точную цифру, конечно, невозможно назвать конкретно, но опять-таки при помощи наших многочисленных благодетелей, которые опять-таки проявляют таким образом любовь и не остаются равнодушными к храму, конечно же, десятки миллионов.